Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Этот автоконцерн покорил род человеческий еще в начале 20 века. Любители миллиарды на всем белом свете. Ассаламу алейкум, с вами программа «Про авто». И сегодня под прицел нашей передачи попадает классический вариант немецкого жанра. Mercedes-Benz W210. Прошу, любите жаловать. Давайте вернемся в далекое прошлое, в начало, с чего же началась огромная индустрия немецкого автоконцерна. Эмиль Эллинек, представитель французского подразделения Daimler Motor & Gesellschaft, убедил Вильгельма Майбаха назвать новый автомобиль компании в честь своей дочери Mercedes. На самом деле звали ее Адриана Мануэла Рамона Эллинек. Прозвище «Мерседес» закрепилось за ней в семейном кругу. В 1902 году название «Мерседес» стало официальной торговой маркой компании. После Первой мировой войны в 1926 году происходит объединение Daimler Motor Gesellschaft с компанией «Бенси», основанной Карлом Бенсом. Как результат появляются компании «Daimler-Benz», ныне просто «Daimler», и марка автомобилей «Мерседес-Бенз». Нужно отметить, друзья, дизайнеры и разработчики кузовной части поработали на славу. Они поменяли весь кузов этого автомобиля. Это очевидно. До прихода W210 фары на добром старом 124-м были квадратные, а на лупаре овальные. Mercedes-Benz W210 универсал впечатляет нас с вами своими габаритами. Сейчас мы в задней части автомобиля. Багажник открывается очень плавно и мягко. Он двухэтажный. Здесь можно сложить любое барахло. А объем-то, посмотрите на объем. 600 литров сюда помещается. Также сюда может уместиться и серик Камбарбаев. Пожалуйста. Здесь еще такой же, как я, поместится. Вы на нем можете выезжать вместе со своей семьей, отдыхать на природу, перевозить на нем строительные материалы. Не машина, а трансформер. Закрывается багажник, он на присосках, поэтому хлопать ничего здесь не надо, просто слегка раз и все. Все готово. W210 седаны и универсалы начали появляться на рынке с 1995 по 2002 года включительно. Изменилось много всего, включая кузов. На нем появилась полная независимая подвеска. На что нужно акцентировать внимание, так это на коррозию и гниль. Это очень большая проблема мерседесов. Сколько лет за спиной, сколько хозяинов поменялось даты выпуска, и к тому же машина не новая. В 1999 году кузов W210 подвергся модернизации. Седан и универсал получили новый капот с решеткой радиатора, фары, задние фонари, бамперы, корпуса зеркал с указателями поворот. В качестве лакокрасочного покрытия применялись краски на водной основе. Как мы все знаем, немецкий автоконцерн славится заднеприводными карами, но существуют и фоматики. Ну что ж, друзья, мы с экстерьером W210 разобрались. Сейчас мы в салоне автомобиля комплектации Elegance. И первым делом хочу обратить ваше внимание на ключи. Они необычные, это рыбка. Получается, если вы приобретаете себе E210, обязательно сделайте себе дубликат, так как в случае потери ключа, замена ключа обойдется вам в другую сумму. Салон обвит велюром, я на это закрываю глаза. Как по мне, все мерсы должны быть на коже. Кожа смотрится элегантно. Но помимо кожи, салон порадует вас, во-первых, мультирулем. На нем можно управлять бортовым компьютером
и также управлять основными функциями магнитолы. Круиз-контроль, 4 подушки безопасности, имеется печка, кондиционер, подогрев сидения и многое другое, что позволит вам почувствовать себя комфортно в салоне W210. Ну что, друзья, вы готовы? Протестируем нашего лупаря. Поехали! Мы сейчас едем по ровной трассе. Буквально впереди 1 километр. И мы посмотрим, за сколько секунд мы наберем 100 километров в час. Есть! 7-8 секунд W210 разгоняет 100 километров в час. Машина обалденная. Здесь главное не скорость, а мягкость. Ты прям как будто бы плывешь на огромном лайнере. Так как объем небольшой, 2,2, нам спешить некуда. Расход бензина по трассе 5,5 литров, а в городском режиме 7,5-8 литров. То есть она вобрала в себя и комфорт, и экономичность, что очень важно для нас на сегодняшний день. Мы направляемся в сторону СТО, а пока мы едем, давайте узнаем, чем может обернуться, если вы переехали на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. Предусмотрено статьей 599, частью 1. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьей 466 КОАП, карается штрафом в размере 10 МРП, повторно 20 МРП и направляется на сдачу экзамена для проверки знаний ПДД. Более 3 раз в год лишение прав на 6 месяцев. Не нарушайте правил дорожного движения, и вам не придется выплачивать штрафы в крупных размерах и лишать себя водительского удостоверения. Друзья, роскошный автомобиль. Он мне по душе, он мне понравился. Не знаю, как вам, но это лишь моя точка зрения. Мы подъехали к станции технического обслуживания, где нас ждет механик со своей профессиональной точкой зрения, который расскажет нам о всех плюсах и минусах W210. Мы сделали краткий обзор по экстерьеру и интерьеру машины, и пришло время поставить все точки над «и» и узнать, что же из себя представляет двигатель и ходовая часть, и, конечно же, коробка W210. Ну что ж, перед нами двигатель 2,2, дизельный. Ну, я на него смотрю и как в воду гляжу. Для меня ничего не понятно. Расскажите о плюсах, о минусах, когда что нужно менять. И чем отличается дизельный от бензинного двигателя? Ну, особо нареканий по поводу этого мотора нету. То есть, конечно, с учетом того, что пробег уже хороший на машине. Обращать внимание нужно, конечно, на утечки масла. С учетом того, что резиновые изделия на моторе подсыхают со временем. То есть нужно смотреть, чтобы турбина была сухая. Чтобы все прокладки и сальники были сухие, на предмет утечки осматривается двигатель, силовой агрегат полностью и смотрится. Если есть утечки, нужно, конечно, сразу устранять. Также, ну, слабенькие места есть, то есть шкив коленвала, он идет демпфирующий, металл, резина. То есть со временем, конечно, это все отслаивается. Это через сколько километров примерно? Тут тяжело говорить, потому что это все зависит от того, кто за рулем, то есть от стиля вождения. Если молодой парень, все происходит в 2 раза быстрее. Если человек с умеренным характером не гоняет, то есть все это замедляется. То есть люди бывают ездят и на 100 тысячах отрывают, бывает и 200 тысяч. То есть тут судить тяжело, поэтому каждая машина индивидуально рассматривается. Через какое время нужно проводить полное ТО? Ну, двигатель, бензиновые двигателя немножко чаще масла меняется. То есть, ну, в порядка 7-8 тысяч. То есть не так, как заявлено для бензиновых двигателей 10 тысяч. То есть 7-8 тысяч, может быть, даже 6 тысяч. Просто чем производится чаще замена масла в двигателе, тем продлевается ресурс двигателя, соответственно. Поэтому, конечно, на эти моменты нужно обращать внимание и замену производить чаще. Ну вот я редко встречал именно вот W210 на палке. Здесь автомат. Что вы можете сказать об автомате?
Автомат на машинах, на этих уже доработан, то есть стоит электронная коробка. В принципе, таких вот проблем с этими коробками нет. За исключением, конечно, того, что если машину эксплуатировали в жестких условиях, от стиля езды, то есть, конечно, ремонт не за горами. Ну, как по мне, ходовка вообще идеальная. Машина будто бы плывет, а не едет. Или я ошибаюсь? Все моменты нужно учитывать. То есть при покупке сразу осматривается состояние подшипников, то есть ступиц. Это слабое место. Регулярно нужно проводить регулировку, смазку подшипников. Также нужно проверять верхние рычаги, потому что здесь и шаровое соединение, и плюс сайлентблоки. То есть нужно смотреть. А как нужно, вот как проверять их вообще? Проверяется на предмет люфта, то есть проверяется. Вот здесь вот. Если есть люфт, то есть будет стук. Подшипник проверяется примерно вот так вот. То есть качением руками сразу видно люфт на машине, есть на колесе или нет. Итак, Дим, машина в невесомости, ходовка. Что по ходовке? Система ниппель или более здесь все попроще? Да нет, тут в принципе такого ничего сложного нету. Два рычага, то есть ну, довольно часто меняются сайлентблоки, стоечки стабилизаторов, втулки. Шаровые выходят реже. То есть это все зависит от того, где эксплуатируется машина. Если на бездорожье, конечно, разбивается все быстрее, но это на любой машине. То есть если езда по городу, то ходит достаточно долго. Все, конечно, зависит еще и от качества запчастей, но в основном ходит все долго. Потому что везде компенсируется за счет резинок. То есть таких слишком больших ударов нет. Рекомендация, конечно, хотя бы раз в полгода заезжать на диагностику, смотреть. Потому что Mercedes вот такая машина, где ходовки может не быть совсем. То есть все разбито, везде люфты, но в салоне ничего не слышно. То есть запущенная ходовка, она может привести к печальным последствиям. Ну вот я как простой рядовой человек сейчас вот смотрю на ходовку. И мне она кажется, ну, в принципе, так, четкой. На что, значит, я вот должен сейчас обратить внимание? По задней части обращается внимание, конечно, на рычаги, на все, то есть на состояние сайлентблоков. Ага. Потому что любая деформация в сайлентблоках, она приводит к тому, что нарушается геометрия колеса. То есть поэтому, как правило, ремонт производится после геометрии. Машина ставится на геометрию. Если геометрия не выводится, то есть уже начинается ремонт ходовой части. Есть слабые места, вот плавающие сайлентблоки. Задние тормозные шланги очень часто выходят из строя, то есть на них появляются трещины. То есть это безопасность человека, поэтому довольно часто их меняем. Ну и, конечно, задние, передние эластичные муфты. То есть это тоже резиновое соединение, поэтому нужно на них обращать внимание. В конце нашей программы традиционно мы оцениваем каждую машину, которая попадает под прицел нашей передачи по пятибалльной шкале. Насколько вы оцените Mercedes-Benz W210? С учетом того, что ходовка довольно крепкая, но есть некоторые недоработки, слабые места, я думаю, 210-го кузова она заслуживает четверочки. Ну, Дим, спасибо вам за сегодняшнее ваше профессиональное мнение о W210. Мы надеемся, что это не последняя наша с вами встреча. Не за что. Счастливо. Резюмируя наш сегодняшний обзор, хочу добавить, те, кто возжаждет W210, он уже не посмотрит ни на что, ни на косяки, ни на плюсы, ни на минусы. Не суть, какая машина, это всего-навсего металл и кусок железа. Самое главное, будьте бдительными на дорогах, не нарушайте правила дорожного движения. На этом все. Ассаламу алейкум.